Короче, смотрел. Да-да. А он нормальный? Мне понравился. Засейвил, братик. Служанку смотрел. Служанку. Предлагает. Это китайский или японский фильм, не знаю. Да, очень. Да. Невидимая сторона смотрел? Зацени, тоже тема. Не. Не. Ну, про Реал. Там, блядь. Как чувак, бля. Посмотри. Объяснить не могу. Объяснить не могу. Почти. Да-да-да. И американский. Короче, американская семья белых усыновила негра. Или в опеку взяла, что-то такое. Он там футболом начал заниматься и в конце хуйский такой игрок стал. С левой стороны. Да. Да. Серьезно? Посмотри. Посмотри. Охуенный фильм. Конечно. Ну, он же входит там в один из лучших, 250 из лучших фильмов. Там он вроде в 20-ку или в 30-ку даже входит. Инвалид, короче, это чувачок, который богат. И в конце прикольно, как он его брил. А рыбу можете посмотреть, рыбу? 1+1 100% посмотри. Где рыба-то? Рыбу ставить вам? Слева. Рыба слева.
Да, да. Минуты. Напад. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Диана, отойди от меня, я тут стоял, ты бы... Вообще я впервые встал, у меня там портал был. Тучки нету его. Пытку через пытку надо было. Ладно. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Я пока не могу прочитать заклинание. Шипучка вонючка! Дождать! Я пока не могу прочитать. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Я пока не могу прочитать заклинание. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Я пока не могу починить слизи. Скрипучка вонючка! Отдал. Отличные новости, народ! Я починил трубы! Ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Но есть и отличные... Он за шипом все ходит. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы! Ого! Да я поэт! Метаем первым. Чего я там упал? Отдали, да его? Там есть осколок? Пока еще не ходит. Слав, Слав, вылезь, пожалуйста, Слав. Что-то пить сюда я. Использовать эту способность. Да. Угу. Я только суммонил вроде бы. На ручку кому-то надо. Приступ.
8. Ходи от зеленой метки, сейчас пельмени скину. Не в рейнже. Охуенный. О, просто осколок. Изи. Я был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что остался. Ты после профа. Я его даже чувствую. На НК поезд. Больше. Куда? Да. Ну, если плечо никому не надо, тоже можешь. Кто следующий на осколки идет? Штаны в первую очередь надо бабахать. Там хоста иди.
не на два, а на первом зеленом. Почему на два? Окей. Успеем перевести. За 9. Я вылетел, Войд. Я дам. Слишком далеко. Кто хлопнул, красный или зеленый? Еру давайте. У нас на ю. Три стака. Да, я зашел. Сейчас кину. Дал. Thank you.
Слава, мне еще надо дойти. Минут на 4. Дробяшка нужна кому-нибудь? С нас пол рейда мало дамажу. Относительно. Ну как ты можешь руководить за логикой, что на сурке 340, если его сап в танке, в хил какой-то там, в хиле, бля. Ну, вообще-то Даня был в ДД на сурке. Грац. Ты сказал ДД, который 21к дает, был в танке. На профи без истерии. Никто не заценил ханта на профи без истерии, который обогнал локов и ШП. Фу. Да я смотрю. Я не опускаю. Зачем это делать, если можно сделать намного проще? Можно вместо двух талантов улучшенный вожак стаи вкачать два таланта в... Блин, забыл, как там называется, скажут. Вкачать в свирепость. И когда ты прыгаешь в книжку, то там, короче, есть сразу ран. Пожалуйста. Рыбку? Да, рыбку. В середине стоять. Спасибо. Дима, в мишке, если что, и вступление есть. Ну и вступление, ну не важно, но все равно я это делаю для того, потому что типа я стакаю доту медведя, потом прыгаю обратно в кота и там уже начинаю стакать. Да не, нормально. Просто ошибка вылетела, блядь, прямо на переходке. А Гера опять ничего? Чё, стартую? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг?
Мы даруем тебе быстрый... Я подиспелил, он попросил. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через мучение сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. В квадрат встаньте. Налево. Да-да-да, все нормально. Шаман, не надо меня кастовать цепуху. Ну, это протокол говорит. Это бессмысленно. Хватили кружок, не могу застанить. Кружок. Ю. Беги!
Зачем это же лог? Нет, он нормально стоял сбоку. Беги, малышка, беги! Застаньте треугольник. Я застанил. Там мой круг свободный был. Не стоит. Бейте духа, бейте шары. Гимн на ману, пожалуйста. Гимн на ману, тотемы ставьте. Вась, тотем поставь. Не срывайте дух, переключились в новую. Не, я не умею. Давай, я покажу. Шарики, шарики, шарики. Ну алё, чего они долетают? Они ж урон наносят, когда дольше летят. Этого духа только бьем, добивайте только этого. Сейчас переходка, готовьтесь. Добейте духа, задотайте второго, лича тоже подотайте. Комната. Звезда слетела, а не есть. Не, за звезду давайте. Все, стоим. Бейте здесь. Дух. Побежали дальше. Тут стоим. Побежали дальше. Встали. Дальше бежим. Дальше вперед не бежим, не бегите, не бегите. Надежда тает. Пришел конец, пришел. Не восприимчивость. Бейте духом. Бейте духом. И нардайте шаманом. Бейте духом. Да он встал давно. АШП, варкод, вам духа не надо добивать, у него там ХП еще было. Звезда. Он же умер. Побеги уже. За угол. Побежали дальше. Стоим тут. Бежим дальше. Идите за звездой, не бегите вперед.
Бейте духов. Бежим, бежим, бежим. Шам, куда ты бежишь? Не беги на них. Молодец. А я проебалась. Да, без тучки. Там бы духи туда рейд фаншотнули, блин. Баф не каску. Потом. Я бафал всем. У меня нет. Да-да-да. Чего не полетели? Дайте лапу там. А, есть. Ледяная скорбь жаждет. Это... За угол. Бежим дальше. Тут стоим. Побейте. Бежим, бежим, бежим. Да, духа бейте, уже в звезду. Ой, сейчас присты. Стоим. 40 секунд. Бежим дальше. Убегайте от духов, убегайте, убегайте от них. Какой рост, через 10 секунд. Дали уже. Вопрос должен добить. Дайте рост второй шаман, если есть. Нет, уже. Ура! Пол-пол-рейдалил. Там все-таки надо было бежать, но, блин, у нас люди, которые побежали, они на дух побежали.
Али под вашим натиском сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Блин, Джерема 90 такая. Как можно, блядь, захантать? Убивать. Привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Что, охуел, бля? Я бью под духом. Как за ханта 90 тысяч, блядь? Ну, под духом гадюки я бью, что ты хочешь? Блин, просто без комментариев, бля. Рел, потом плечи на ДТшника, да, что ты шаманчик? Серьезный хил. Ноль. Вообще нету ни одного урона. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Рубикс, 2000. Кто ты говоришь? Свет, даруй мне последнее благословение. Короче, единственный, кто бил вообще, вот единственный, это Shadow DC. У всех остальных просто там, ну, по одному максимум удару два. Ну, Филиппес там 100 тысяч набил, но это тоже очень мало. Я бил через чум этот. Ну, это мало. Невозможно. Псова, то ладно, я... У Конскюрита 800 тысяч, но это сова, в принципе. Ну. А больше никто из РДД не бил. Ни ШТП, ни маги, ни Локи. Чисто бегали в комнате от духов. Да не надо, Слава, не начисляй. Слава, блин, ни одна, два комнаты. А первые, блядь, две комнаты только был я. И все. Ну а кто тебе виноват, что ты полез под духов и умер от них? Не надо, Слава, не начисляй, но, блин, если был бы вайп, то тогда смело, конечно, можно было начислять, но... Как бы, я не знаю, но там, ну, понимание должно быть у людей. Не знаю, я без макроса выбью. Ну, на самом деле, там просто Фасаба, на самом деле, наверное, задержка, я так думаю, потому что он на краю гибели ходил в комнате. Да, Даня, у тебя там была задержка? Не. Там-то нормально. Ну, в том ситуации, где тогда, ну, ладно, я понял, надо лучше пробегать. Там можно было чисто стоять, где я стоял, где звезда, там просто между двумя этими бомбами стояли. Но люди решили побежать, но они побежали на духов. Они бы не умерли от той бомбы одной, они умерли от конкретно от взрыва духов. Но лучше бы, да, там в той ситуации пробегать. А так, ну, блин, я всегда говорил, бежим, когда еще они, ну, над землей еще пару метров. Они приземляются и 3 секунды еще есть. Просто, ну, чтобы лишних движений не делать. Не, ну правильно, просто я вроде как думал, что ты так говоришь и бежишь как-то, ну, типа задержка немного. Я всегда так комнаты водил, я всегда водил, ну, долго стояли, не чисто как мы привыкли бегать чисто в комнате. Не, ну да, правильно, там бегать лишнего не надо. Там, где попадали, да, но надо было бежать все-таки. Хотя бы от духов тебе бежали. Дима, по каким духам? По зловещим?
у шамана. Че это по духам четвертый? Это не тот дух, это другой. Сейчас это мой первый лидер. Смотри видосики Войда, будешь носить на изи. Сколько? Мне надо уходить. Угу. Ну, Дру, дашь? Дру, дай еще, пожалуйста, этот, плечи. Ну, если брать в плане ДПС, рассматривать его, то рейд. А дробяшка нужна тебе? Ну да. Ну так, попробую. Пофан. Вот на тот рейд, на который ты собирал, вот нацеливался, да, представлял себе. Вот здесь вот я насчитываю только 4 ДД, которые реально катят на топ рейд. Остальные не то. Да, подожди, мы без вайпера? А чё, Филиппец 3500? А, без вайпера? Он ролил печеньку. Нет, он ролил печеньки геровски. Я сам учитель себе. Ну, мы убили, в принципе, потому что у нас минус 7 ДД, там, или сколько было. Просто был... Ну, хватило ДПСа добить до берсы.